Отправили его со штрафом проезд по питлейну. В любом случае, Бертона, и вот сейчас он сразу, не мешкая отбывать наказание, едет, сворачивает на питлейн. Здесь, смотрите, как раз борьба Тома Дельмана с Артемом Маркеловым продолжается. Один раз они уже схлестнулись в этом году на трассе. По внешней пытался Артем бок о бок. Вот это да! Колесами вне. И на мокрой трассе. Но там лучше внутри был Дельман, неужели... Нет, благополучно, по крайней мере, разошлись они вот в этом эпизоде. Уф, вот это момент, на самом деле, очень опасный, особенно когда на мокром поребрике оказалась машина. Да, ну и молодец, Артем не бросил газ и продолжил сражаться.